პირველი ტურია, გავდივარ ჩემ სექტორში, მე-19 სექტორი მაფიროელი. Да. Ну, удачи сегодня. Смотрите, рядом у меня соперники есть. Ой, Дура! Вот не надо, где была в Калфаке, нахер! Они быстро плавают. Ого, ого! У всех есть соперники. Да, да! Да, да! Эй, 5! 3, 2, 1. Старта не было. Старт. Да, лезет. Давай. Давай сюда. У вас одна была? Один. Два. Все, ушла рыба. Далеко. Два один или два два? Два один. Кто? Было. Как да было? Покажу я вам, если хотите, видео. Два два. Два два. Когда было второе? Я не знаю, как вам сейчас объяснить, когда было второе. Хотите видео посмотрите? Так, у вас третье было? Да, третье. Точно? Да. Откуда это? Оттуда же было второе, ну что ты думаешь? Слушай, вы видели, как я вторую поймал или нет? Я одну поймал, ты сказал, что она запуталась у него, вы порвали. Больше рыбы нет. Что вы говорите, слушай. Считай вслух, хорошо. Я вслух вам сказал два. Не. Вчера я, да, давайте вот видео посмотрим, еще вот я записываю. Это ваше будет. Рыба.
Сейчас, как вы думаете, какой счет? 4-4. Сейчас 5, это если спорить потом не будем. Минута до времени. Минута до времени. Вы меняться будете? Меняться будете? Нет. 6-6. Ты тоже захе возьми бирос, мать. А? Хо-хо. Седьмая у меня. Вы слышите? Понятно. Подожди. 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 Подожди.
Восьмая. Счет знаете? Счет? 8-6. Девятая, отпускаю. Угу. Это десятая. Одинас. Минута.
Пока не въехал. Вот ручка есть у меня. 7-11. Хорошо, что с тобой не пришло, а то я бы доказал. Удачи, давайте. Доказал сосед твой. Да, это у меня тоже было такое, но надо быстро рвать это, не надо там это самое. Да, 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 надо было рвать. Это тоже с опытом приходит. Один. Два. Когда говорит, мы сели, он убежит.
три. Какой счет, Леша? 2-0, Алексей ведет из Аали. Дальше у нас Алексей Зробьяни с Гией Гуджанидзе встречается. Сейчас нам Юлечка озвучит счет. Это наш судья. Алексей проигрывает. Алексей проигрывает со счетом 3-0. Алексей проигрывает. Я так понимаю, он ловит на воблях или нет? Сосед, да. Да. Гия у нас особенный спортсмен. Он продолжает ловить на воблях и делать это очень успешно. Счет у них в паре 3-0. Пускаю 4. Пускаю 5. Сейчас 0, да? 5. Приятно. Молодец. Совсем мануйко. Фамилия, а грузинская не знаешь? А? Грузинская не знаешь? Не. Надо по чуть-чуть учить. Да. Фамилия тебе грузинская. Да. Удачи. Да, у обоих. А, да, я понял. Все. Алексей, вы как закончили вашу игру? С нулем. С нулем? Проиграли? 5-0 я проиграл, да. Соперник ловил на воблях? Да, да. Только на воблях. Только на воблях, да. Он всегда ловит нас на воблях. Да, да. Молодец, он вдруг. Ну, ему еще сходов.